Меня всегда поражают здания старинные, там, ну, 16 век, 15-й, 17-й. Как должно быть велико сознание человека, чтобы вот это создать. У них туалета не было, а они создавали такую красоту. Ужас, как высоко. Обалдеть можно. Как могло прийти человеку в голову? Господи, они глаза там выше купа не поднимали. Да-да. Муранское стекло. Мурана глаз. У меня же есть это муранское стекло. Что вот у тебя? Вот эти мои сережки, кольца, это же муранское стекло. Что, отсюда прям везли? Почему? Она их создает в Челябинске. Какая прелесть. Отсюда из Италии готовка. Да? Она гоняет в Италию раз в 3 месяца. Так же, как мы, да? Какая прелесть. Следующие 3 месяца приходится как раз. Да? Как приятно гулять вообще вот по Флоренции, ой, по Венеции. Какие штуки все. Посолью, солью. Дядьки какие-то. О чем-то говорят они. Танго. Красота. Тоже пиво, это же пьет. Какое пиво? Пиво тоже пьют, ребята. Можно я там? Дай. Перу. Ой. Русия, да, русские. Вам спасибо. Чаушеску не надо же. Чаушеску. О, там дядьки были здесь. Тетенька с дяденьками. Тоже какой-то Санта-Мария. Тоже музей какой-то Санта-Мария. Италия. Даже вслух произносить приятно. Уж не говорить о том, как находиться здесь кайфово. О, ты куда? Я за тобой. В переулочке. Венеция. А где это мы? Ты просто во дворик нырнула, да? Пойдем туда. Наташ, вон Сан-Марко. Хорошо. Ой. Что, купишь Венецию? Какую? В подарок кому-нибудь? Не знаю.
слушай, я не знаю, 8 штук за 5 евро можно взять. То есть всем отстреляться за 5 евро, да? Куча подарков. Может, на дуре купить и сразу раз. И все довольны, всем что-то привез. А? Котя, давай. Пойдем посмотрим, может, действительно всем подарки сразу купить. И душа спокойна. Что это? Дринк, бир, кока-кола, фанта, все, что хочешь, спагетти, пицца. Все за 10 евро, короче. Сколько влезет?